Сегодня еще с Хади двигаемся. И голубчиком. Теперь с Флориком расшагиваемся хорошенько. Теперь разминаемся на руки. Сегодня у меня такое ощущение, что Хади, что Флора. Тяжело двигаться налево. Все время подкладываются в корду. И Хади так вообще как-то сильно корду ложилась. И все время приходилось вот так тянуть себе одержкой посильнее, чтобы она как-то послабила. Но все равно даже рука подустала. И работаем галопом. Ну, нас, как всегда, ждет ждунец. Ежедневный ждунец. Да, Грейка, что ты на снегу лежишь? Все, работаем, потом пойдем ужинать. Флорику так не хочется сегодня сгибаться, что она все время предлагает только галопировать. Только галопом. На галопе легче согнуться, а на рыси рысью. А на рыси это сложно сделать по вольтику. Хотя корда длинная, большая, но все равно. И все время она мне предлагает галоп. Такое впечатление поддавливает. Ты меня просишь рысью, а я буду двигаться все равно галопом. Ну, дадим чуть-чуть пробежаться. О, вот, вот. Скажи, по скандалю чуть-чуть. Ну, ничего. Мягенько ее поворачиваем. И пускай чуть-чуть подвигается. Мы уже хорошо размяты. Лошадь гуляла. Ай, молодец. Топаем в конюшню. У нас снег. О, боже мой. У нас снега сколько. Привалило это. Очень круто. И он хрустит. В общем, сегодня даже тепло. Я даже конюшню открыла на полчасика. Ну, минут 40 нас не было. А то там чуть-чуть так душновато было. Конюшня проветрилась. Заходим. Вот Флорика денник. Разворачиваемся. Снимаем недовоздок. Вешаем. Закрываем денник. На крючок. Пока мы с Флориком поработали, уходи уже запарились мюсли. Сама она после тренировочки остыла. Попила водички. Открываем дверь, ставим, кушает, закрываем. Топаем обратно, закрываем одну и вторую дверь. А здесь ждунец. Ждунец, топаем конюшню, полетел. Ужин, 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 быстрее, быстрее, на ужин. Господи, грехи, убежали. Бегом, открывай, скажи. Открывай двери, пришлось вернуться с другой стороны. Слышите? Это зимняя бабулька, 33-я зима, кричит. И риска-то уже кушала. Вторая дверь, корда. И риска. Ждунец. Сколько дверей? Последняя дверь. Опять идем на ту конюшню. Ждунец. И вышли чуть-чуть поработать с джунцом. Выключить свет. Снять недоуздок. Закрыть косю. Повесить. Замешали. И покормили еще одного старичка, у которого зубки плохие. Ему нужно кушать. Ой, вкусно. Да, правильно, правильно. Покормить ждунца. Угостить блоху. Да-да, блоху. Все никак не могу. Не успеваю о ней рассказать. Включить грею коврик на третий режим. Одеть тапки и топать домой.